В понедельник центральный рынок города Таганрога официально считается выходным. Однако именно в этот день недели здесь разворачивается самая настоящая ярмарка. Десятки жителей города Таганрога выставляют на продажу предметы домашнего обихода, одежду, украшения и даже семейные реликвии. Как и почему это происходит, узнаю я, Настя Чехова. Хрусталь продаем. Потому что жить-то как-то надо. Зарплата очень маленькая, девочки. Поэтому выносим то, что когда-то в свое время родители накупили. Очень даже хорошо, что есть барахолка. Я считаю, это правильно. По всему миру, не только Россия, но по всему миру есть барахолка. Поэтому почему бы нет? Назовите минимальную цену товара и максимальную цену товара. Ну вот смотрите, например, у меня все по 50. Пожалуйста. Ну и есть, конечно, вещи, которые вот хрусталь, ну 600-700 рублей. Поэтому... Все. И игрушки детские, и к школе подготовка, обувь, ремни. Чтобы карате занимались детки. А назовите минимальную и максимальную цену ваших товаров. 200-250, окончательно 300 рублей. Я здесь продаю, начиная от значков и заканчивая антикварными подсвечниками. А назовите минимальную и максимальную цену товара. Ну, вот значки по 10 рублей, например, вот статуэтка 2000 стоит, вот часы 5000 стоит, вот такая разбег цен. А почему вы продаете здесь, на рынке, а не выставляете товары онлайн? Ну, потому что здесь люди берут руками, вживую увидят вещь и оценивают ее реально.